Это экран загрузки, оказывается. То есть мы никуда не добежим в итоге. Игра очень напоминает и Resident Evil 7, и Left 4 Dead 2. Нет, просто Left 4 Dead. И себя же напоминает. Но она, конечно, безгранична. Свобода действий. Это все, конечно, сюжетка, но все равно есть свобода действий. То есть ты до основных каких-то манипуляций можешь куда-то сходить, посмотреть. Ничего, суки, не оставили. Ничего. Мы все взяли. Вот так, чтобы вот все и все, да? Наверное, следует взять оружие. Какое-нибудь. Почему мне? Странненько так. Вот такое вот оружие. И тихо-тихо идти. Себастьян? А, нормально. О-о-о-о-о. Селитра. О, нет. Здесь же зеленый гель. Подожди, меня нет фонаря. Хм. Похоже, здесь тоже все пошло наперекосяк. Подожди, это тот чел? Это же убийца. Это же убийца, нет? А, точно, это же тот самый убийца, который фотографировал. Охренеть. Что? Офигеть. Что-то кнопки не открываются. Сел, пошел. Или это он просто... смоделировал. Чё тут? Блин. Не надо так шуметь. Ничего не оставили, собаки. Так, погоди, нам нужно вниз пойти обследовать и посмотреть, что там вообще творится. Такое же? А, это просто люди, которые работают здесь? Благодаря успешному выполнению центрами плана по вербовке рост Юниона превысил наши ожидания. Увеличилось производство капсул STEM. Составленный подлежит исполнению план по расширению Юниона. А в связи с ростом численности населения инфраструктура Юниона должна вырасти на 50%. Помимо новых жилых районов будут созданы сельскохозяйственные, а также промышленные, призванные обеспечивать новых граждан рабочими местами. Ну, районы. Понятно. Хорошо. Что, ничего хорошего? Пожрать нам дадут? Тут. Нам, понятное дело, туда нужно проследовать, только я не очень хочу идти так. Тут безопасно, тут небезопасно, это ясно уже. Тут небезопасно. А если есть шкафы? Что происходит? Что это? Никого вроде нет. Фух. Парниш. Отдай сюда. Спасибо, бро. Страна тебя не забудет. Блин. Слишком близко. Ты так цокаешь. Не Себастьян. Я не Себастьян. Сейчас кто-то меня... вытащит. О, дверь открылась.
Это быстрый проход. Но я его не буду трогать. Вообще ничего не буду трогать. Зачем мне что-то трогать? Я не буду здесь ничего трогать. Давай, 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 быстрее. Быстрее. Это значит, что сейчас что-то откроется. Сейчас что-то откроется. И нам дадут по щам. Пока не дали. Но это не значит, что нам не дадут по щам. Сохранение проходит не просто так. Блин, я думала, это сумка. Расширение. Ты едешь? Ты не едешь. Ты чё, олень такой? О, здрасте. Этот парень явно жив. Ты чё, больной? Вот мне оно надо? Чисто теоретически, я могу открыть дверь и произвести бесшумное убийство. Не, не могу открыть дверь. Значит, просто уходим. Просто нужно смотреть в оба. Я обычно этого не делаю. Лежит говно. Оно может подняться. И это арена? Очень уж... Блин. Она уж очень... напоминает арену какую-нибудь для битвы. Конкретно такой. Там лестница есть. Туда можно пройти. Так. Тихо. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Ты мог с ней не общаться, потому что нас могут услышать. Ни хера не понимаю. Так. Не, мимо. Вот так получше уже будет. Нет, ни хера. Что-то не выходит. О! Блокировка отключена. Подождите, система перезагружается. Ты чё? Ожидайте. Пошел нахер. Зона отдыха. Блокировка отключена. Система так и знала. Перезагружается. Так и знала, мать его. Почувствовала же жопу. Ой, я прям театр. Сейчас будет огонь. На нахер, блядь. А вот теперь мы вниз. Понятно? А, что делаем, что делаем, что делаем? Думаем, что делаем. Делаем что? А, подожди. Единичка. Говнарь. Что-то сильные враги пошли в это время. Наши, так сказать. Блять, Себастьян. Конечно, высоко. О, ничего, нормально. Ты чё? Да чё так? Себастьян, блять, да какого хуя? Чё за говнарь ты такой тупой? Себастьян, тупее тебя я вообще мужиков не видела. Беги, блядь, Форест, нахуй, беги. Сейчас вот так вот и будем делать. Херак. Да ты издеваешься. А! Блядь, их что так много? Их очень много. А ч
Что происходит? Может, взрывной болт попробовать? Это очень много людей. Очень много. Че, откуда у них, блядь, доступы у всех? Не поняла вообще ни разу. Так. В принципе, можно... А, ничего, внизу все уже. Один здесь. Не открывается. Они из двери все уходят. Мы можем, в принципе, поставить растяжку для начала. А, причем вот сюда. Нет. Какой первый откроется? Вот этот первый откроется. Посмотрим сейчас растяжечку, как мы шипзданем. Ты дебил, что ли, Себастьян? Вот дебилушка. Я-то думала, он сейчас растяжку. Ты чё стоишь, Себастьян? Вот дебил. Меня сейчас убьют, правда. Огонь вообще. Вот дебил. Блять, я таких дебилов-то в жизни не видела. Огонь. Себастьян, ты должен был растяжечку поставить нормальную. А ты чё делаешь мне? О! Вот это, блядь, мужик. Вот это огонь. Себастьян, надеюсь, ты меня сейчас не подведешь. В принципе, должны попасться. В принципе. Вот искренне. Дальше я могу сделать так на... Какую сделать? На взрывной, что ли? Давай перезарядимся. И... Дымовая, нет, взрывной. Попробуем. Посмотрим. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Спасибо. Ладно, большое, попробуем. Привет. Ты уже играл в эту игру? Или только смотришь? Блокировка отключена. Подождите, система перезагружается. Ну где эти суки все? Зона отдыха. Блокировка отключена. Система перезагружается. Где первый? Исследовательский центр. Блокировка отключена. Система перезагружается. Не успела убежать. Просто не успела убежать. Я просто не успела. Я, если честно, просто не успела. Ладно. Итак, тактика номер... Подожди, не время. Он перезарядиться успел. Так. Единичка, и попробуем... Нет, не попробуем. Ни хера не сейчас, не время. Сейчас не время пробовать. А вот сейчас время. Да, блядь, говнарь! Как они так нагинаются? Только ты прицелился! Вот реально, только ты прицелился! Себастьян, блядь, беги! Вот только ты прицелился, и он нагинается. Вот как не зря, кстати. Давай так. Себастьян, блядь! Простите. Конечно, блядь, он же действует на меня. Но не на кого-то другого. Отдел безопасности. Блокировка отключена. Система перезагружается. Пошел нахер. Конечно, блядь, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, кто пришел? Кто же пришел? Это же она. Наша любимая, блядь. А! Ёб твою мать. Так. Так, беги! Себастьян, блин. Так, ребята, надо что-то делать. Беги, беги, беги. Надо в нее. Это надо вот прям. Себастьян. Да. Все, мне помогло.
что-то, по-моему, не очень. По-моему, не очень помогла. О, блядь. Пока. Не орите. Просто не орите на меня. Как тебя зовут? Меня Сергей. Меня зовут Даша. Привет, Сергей. Меня зовут Даша. И я пытаюсь... Так. Блять, она уже нашла меня. Ёб твою мать. Себастьян, ёбаный в рот. Беги, Себа. Себа, беги. Сергей, подожди, пожалуйста, потому что я сейчас не в состоянии. Мне нужно как-то от них смыться. Нет, не эй. Чувак. Это не тот случай, когда нужно экать. Так, до свидания, минус один. Где папа? Где баба? Вон она. Так. Бежит. Больная женщина. Она не умеет забираться, да? А, она умеет, точно. Что-то, короче, не камельфо то, что я на нее трачу до хера патронов. И, по-моему, эта игра не воспринимает. Слава богу. Мы закончили, да? Наконец-то. Это все. Патроны надо поберечь. ВЛГ это кто, прости, пожалуйста? Я не совсем понимаю, Сереж, в чем ты. О ком ты та же? We Love Games, Денис. Точно, точно. Ты что, Дениска играет сейчас, да? Далеко он уже, кстати, продвинулся. Так. Сереж, подписывайся лучше на мой канал в ютубчике. Там все основные видео у меня. Мне имеет смысл туда переться? Я думаю, вообще никакого. Мне нужно в те двери. О. Ну, Себастьян, ты и напутил тут. Нам всем. Такое ощущение, что это золотой пистолет какой-то лежит, блядь. Вот 5 патронов мне вот после такого не усрались вообще. А сюда не надо было, да? Ты можешь... А, туда вообще не дают пройти? Отлично. То есть сюда, в принципе, не нужно было идти. Это чего я ждала, я не знаю, но... Не сюда так точно. Хорошо. Эта баба что-то как-то не убивается. Мне кажется, я для прохождения такого уровня сложности выбрала не очень, скажем так, средний. Наверное, нужно брать было простой. Я думаю, все вообще летсплейщики берут простой уровень сложности. Даша, ты что, вчера канал создала? Да, он играет, а где ссылка на YouTube? У тебя пусто. Я вот сегодня буквально второй раз... стримлю на Твиче что-то. А первый раз был полгода назад, наверное, если не раньше, наверное, год назад я пробовала стримить, и поэтому ничего нет. Нет ссылок никаких. Но, наверное, не будет сейчас проблемы добавить, однако... Давай я, короче, попробую добавить. Почему бы и нет? Давайте попробуем добавить. Как добавить ссылку на ютубчик? Так, ефт. Мне ничего никто не... Нет. А что если... Вот мы сделаем так. Сейчас, подожди, мы сейчас сделаем красиво. Сейчас я сделаю все красиво. Подожди, пожалуйста, секунду. Дарья, Эдрей, так. Так, можем мы выключить звук? Так. Я не знаю, где добавлять ссылки. Я не вижу тут. Мы можем...
Нет, мы ничего не можем добавить. И я не знаю, как добавить ссылку. Ты знаешь, как добавить? И я нет. Кто-нибудь знает? И я не знаю. Сережа, ты чё? Ты меня обманываешь? Сереж, ну нельзя же ссылку добавить. Ну я не... Нет, можно ссылку, я знаю, что можно ссылку добавить, но я, правда, не знаю, где это делается. Да, я тоже так думаю, что легче сюда скинуть ссылочку на сайт. Ой, на канал. В свой забитый чат можно кинуть ссылочку. Так. Давайте мы это и сделаем. Оп! А можно это закрепить? К сожалению. К сожалению, нельзя. Ладно, переключаемся обратно на эту замечательную игру. Итак, обязательно... Я, кстати, думала, что у меня ссылка добавлена, потому что я синхронизировала и Twitch, и YouTube. Я думаю, автоматически будет ссылка показываться, по крайней мере. Я на это очень сильно надеялась. Но, увы и ах. Нам нужно туда пройти. Опять же, тут все завалено, забито. Не знаю даже. А, максимально. Подожди, как максимально? Это максимально? Ты чем? А, дробаш максимально, ты хочешь мне сказать? Дробаш? Ёперный театр. Может быть, кстати, дробашом начать пользоваться, Сереж? Как ты думаешь? Как, кстати, Денис проходит? Получше, чем я, потому что... Потому что... Стоп. Я вообще уже в эти двери ходила. Нет, я не ходила сюда. Удивительно, как я пропустила эти двери. Ладно. Давай аккуратненько уже. Пройдем дальше. Так, открываем. О, чудо! И чудо нас здесь еще пока не ждет. Себастьян, ты не мог бы вооружиться? Спасибо. Господи, ну и вонь. А нечего было пукать. Ну тут вроде никого. Хотя, блядь, если кто-то нырнет мне тут, будет не очень круто. Свет? Плохая идея. Он был в противогазе. Но что только летсплейщики не придумают? Ну, правда. Я вот так смотрю порой на ребят некоторых и удивляюсь. Правда, удивляюсь. Зачем? Не, ну как зачем? Это типа интереснее. Но мне не очень хочется прям нацеплять что-то. На себя в плане. Себастьян, ты видишь, какое-то говно собираешься наступить? Я бы не советовала. Я бы вообще домой пошла. Я бы сказала, отключайте. Я отказываюсь. По-моему, вот чисто наблюдательная вещь. В воде звуки усиливаются. В плане эхо. Деньг. Говняшка какая-то плавает. Вы чё? Олени? Ты чё, блядь, возьми. Зачем так делаешь? Ты чё там? Говно всплыло, что ли? Я подумала, кто-то идёт. Блядь. Максимально. Ой, стрёмно-то как. Ой, стрёмно. Суки. Заперли. Мрази. По-моему, мне нужно на эту лесенку.
Что это было? Это просто пугающие звуки или там реально кто-то плавает? По звукам какашка всплыла. Ну, вроде здесь вышли. Почему мне что-то подсказывает? Значит, вот где утечка газа. Что здесь будет утечка газа? Спасибо, что здесь Аня. Будет огонь. Прям. Правда, не выжил без противогаза. Получается, стрелять нельзя? Да ладно, от первого лица. Прямо лабиринт. Это не для меня, я не умею, я не разбираюсь в картах, господи. Ого, ты даже на Игромире была, каких ютуберов видела. Я была на Игромире в этом году, увидела Шуса, с кем собиралась встретиться, с Шусом, Гидеоном, Ванькой, с Евгением Рус мы, собственно, туда приехали. С Лёшей позитивом он приехал в воскресенье. А познакомиться мне удалось с Викой Картер, с Диной Блин, с Волкофренией, парнями, Кактусом и Лёшкой. И с Денисом в Love Games, по-моему, тоже познакомились. Я, честно говоря, не помню особо уже всех. Вот. Кстати, вот с Димой Бейлом не познакомилась лично, очень жаль, вот прям сожалею. Ну ладно, что поделаешь. Куда нам идти, я вообще не понимаю. Вот если честно. Я типа нахожусь там, где звездочка? Это типа я? Ну а куда мне идти-то? Мне куда нужно? Вот сюда? Нет, мне нужно пройти дальше. Правильно? Ищите выход B2 в сети, чтобы пройти в мэрию. Так. А ты был на Игромире? Кстати говоря, Сереж. Так, B2, B2, B2. Ария А. Что за хрень? Меня наебывает. Чё-то я не вижу. Ария Б, вот. А где я? Типа я? Бля. Ну и как мне разобраться, где я? Печаль. Но мне нужно в Б. Хорошо, это все отлично. Ну, лабиринт не лабиринт. Но если я выхожу, допустим, с Ашки, вот сейчас, да, то мне буквально до конца идти вот туда вообще не стоит. Либо вот это все вот так обходить. Но тут закрытые двери получаются какие-то. То есть, блин, ничего не понятно. Взрывоопасно. Черт. Здесь нельзя будет стрелять. Короче, стрелять нельзя, да. По стелсу. Ладно. Пошли. Ну. Ты что делаешь? Так. Это напрягает. Если честно. Проходить по стелсу это вообще не мое. А хардплея видела? Его даже Алина Рин за волосы подергала, когда стример... стримил. Нет, я не был на Игромире, я вживую. Белорус. Нет, правда, я не видела его. Я не видела и не знакома с ним. Честно. Максимально бутылка. Как так можно жить, когда у тебя максимально бутылка? Так, это нам на Е. Так, хорошо, нам нужно, чтобы она сюда подошла поближе, чтобы мы смогли ее прикончить. А ты кого вообще, Серег, смотришь? Я так понимаю, вы Love Games, Дениску. Блять, нет, не сейчас, не время. А мне будет какой-то зрачок показывать?
Что, мол, короче, вот. Вот она. Можно ее убить же? На F. На Е из укрытия. Посредине экрана. Она у меня посредине экрана. Понятно. Нихера нельзя. Ну ладно. А почему я не могу ножом в нее? О, блядь. Понятно. Так. Тема с буквой Е, F и прочими хернями очень-очень сложна, потому что эта херня должна оказаться в центре экрана. Ты должен быть максимально не обнаружен. Прямо лабиринт. Все? Взрывоопасно. Это еще если лабиринт будет, это вообще огонь будет. Здесь нельзя будет стрелять. Серег, тебе вообще игра понравилась-то? Вот я вообще огонь. Я так довольна этой игрой. Она видит или нет? Не в ту. Вот она. За ней можно прям пойти, я бы сказала. Она такая бешеная. С Алиной Рин, по-моему, тоже познакомились. Бешеная баба. Это я не про Алину. Это я про вот. У нее очень странная... Все, шеф. Вот так убивают таких, как она. Без права на ошибку. Ха! Смешно. Гель мы берем. Ха, забавно. Но графика, конечно, здесь, да, ребятки, не особо постарались. Так, я просто думала, что это не мои шаги. Ведь он дышит еще страшнее, чем... Чем все. Ха! Замуровано. Лабиринт реально здесь какой-то. Ладно. Спускаемся осторожно. Стараемся не шуметь. А он тебя видел? Хардплей. Да ладно. Хардплей? Подожди, как Хардплей-то зовут? Я, может, знакома. Нет, я Дениску редко смотрю, когда он играет. Мне нравится, когда он в Лондоне был и Копенгагене. Я больше по Ирлу бегаю, так сказать, смотрящий по шкурам, как Шерлок. Красиво сказано. Но, ну, как-то да. Да, я просто... Я не знаю, ну, может, он меня видел. Я просто была в... YouTube гейминги внутри, может быть, он меня и видел, да. Я просто Хардплей, я честно могу тебе сказать, я, может быть, его и видела, но я не знаю, как он выглядит в плане вот как канал. Я как человека, может быть, его видела и запомнила. Скажи Хардплею то, что, чтобы добавлялся обязательно мне в ВК, друзья, тогда познакомимся тогда уж нормально, потому что виделись-виделись, ну и что? Надо знакомиться. Я всегда рада новым знакомствам. И ты, Сережка, добавляйся, кстати говоря. Максимально. Вот такой вопрос, а где они все? Вот эти мрази. Нет, нормально. Значит, Шерлок по шкурам, это просто, блядь. О, подожди, а что ты... Это я сейчас профукал что-то, да? О, а вы мне не говорите никто.
Охренеть. Это я вот профукала боеприпасы тут. Ну, компоненты, точнее, не боеприпасы. Лёша, это хардплей, он на ютюбе, он красивый, а он раньше в маске стримил, у него канал 112к. Я знаю, что у него большой канал, я слышала про хардплей, но, к сожалению, просто Лёшу я не видела, ну, Лёша, Лёша, который в Алкофрении, который ведет канал по, ну, в Алкофрении, да? Я так понимаю? Нет? Ты про этого Лёша? Я просто единственного Лёша, которого знаю, это вот... Ну, лично знаю там, да? Это вот как раз из Волкофрении. Он с кактусом играет. Других Лёш, к сожалению. Я, может быть, я не знаю. Мне вот есть только фотку скинуть. Но тут вряд ли фотки можно в чат кидать. Но я обязательно посмотрю. Скинь мне ссылку на канал. Я посмотрю. Если это правда не Волк из... Ой, если это правда не Волков. Что происходит вообще? Че? Ух, ёб твою мать. Тут как бы бесшумное убийство ни хера не получится, да? Что надо здесь делать? Так, женщина. Мы явно с вами не знакомы. На Е или на F? Е или F? Сколько подписчика? За 33 видео? Что? Что? Как он сделал это? Может быть, мне не сюда? Как он это сделал? Пусть он расскажет, как он это сделал, потому что я не знаю, как так сделать. Я сейчас испугалась. Боеприпасы? Вряд ли. О, хера себе там. Что такое? Ключ. Я ключ получила от шкафчика. Это старомодные ключи, открывают шкафчики в процедурном кабинете медсестры Татьяны. Да-да-да-да, это еще из первой части. Обзор за Evil Within 2, прохождение глава 1, хардплей. 10 тысяч просмотров, трансляция закончилась 10 часов назад. Да, блин, круто. Слушай, у него всего 33 видео? Или вообще он за 33 видео столько набрал? Просто я, к сожалению, не могу столько набрать. Со мной никто не, коллаборатится, как сказать правильно. Я просто ни с кем из ребят не играл, кроме, ну, с такими популярными, кроме Евгения Руса. Только с Женей. Блять, скотина. Я так и знала. Я так и знала, что стелс это не мое. Сука. А почему у меня там жизни не закончились? Я видела, что я еще жива. Он видео не сохраняет нарезки, делает, то успел на стрим, тут успел. Его много девочек смотрит. А, он красавчик, вообще конкретно красавчик. Познакомь меня с хардплей. Подожди. Подожди, если подожди, он. Ты мне сказал, он меня видел, значит, он меня запомнил. Ну все, искра, страть, безумие. Все понятно. Так, хардплей, если ты меня смотришь, если когда-нибудь ты меня посмотришь, знай, нас ведет, свела судьба. Я как раз не замужняя дама. Волкофрения против хардплей. Почему хардплей забанили? Вся правда. Жесть. Подожди, так Лёша, который из Волкофрении, это не хардплей, как отдельный человек, скажем так. Правильно я тебя понимаю? Что делаешь-то, блядь?
Блядь, да что тебе нужно? Что тебе нужно, баб? Беги! Беги, Форест! Форест, run! Форест! Блядь, какой-то тупик. Но нам явно не сюда. Блин. Да ничего, ну Лёшка-то. Да ничего. Да я, подожди, ты мне не ответил, подожди. Балкофрения. Это же, это и есть хардплей Лёша, правильно? Ты мне просто не ответил на вопрос, потому что я не понимаю пока, о каком Лёше речь идет. Я знаю только одного Лёшу. Потом мы сейчас про баб разберемся. Подожди. Я пока вообще не понимаю, куда мне идти, если честно. Мне нужно туда, где эта баба. Это 100%. И без этого, походу, не обойтись. Это мы взяли. Так, мне нужно, чтобы она вот там вот. Не-не-не-не. Шум будет оттуда. Мне не нужен шум здесь. Блядь. Куда-то она не туда пошла совсем. Мне вот куда-то нужно, куда... А, нет, все. А, подожди. Блядь, я не ожидал. Второй раз. Давай, бери. Нет, они два Лёши. Хорошо, мы выяснили. Второго Лёши я не видела, к сожалению. Он... Нет, в плане... Я, может, его и видела. Но я не знаю, что это хардплей. Я тебе так скажу. Потому что я знаю, что есть канал хардплей. Я его не видела ни разу. То есть я не смотрела канал. То есть я не знаю, как Лёша выглядит. Может, я когда-то натыкалась на чувака в маске. Но, к сожалению, я не узнаю так человека. Так вот. Мне нужно, чтобы она куда-то вот туда ушла. Вот так. Тихо. Ну ты там ковыляешь или как? Больная баба. Вот просто так мне же не пройти. С группуна ее жалко просто, я бы ее обошла тупо. Ну где ты? А, вот она. Так, завал. Отлично. Вопрос какой? Так. Она где-то здесь, она меня ищет. Но найти не может. Уходи, уходи, мразь, отсюда. Мне нужно выход найти. Тишина. Все, потеряй меня. Потеряла. Ушла. Следующий раз может не повезти. Может не повезти. А, вот она что. Ушла? Ушла. Я не привыкну пока. Так ощущение, что она здесь очень близко. Вот если быть честными. Уходи. Сюда или нет? Назад, назад. Почему она здесь стоит? Да он полгода в маске стримил, его там
разоблачили, даже видос нашли старый, где он без маски на телевидении был. Но он сейчас без маски стримит, и его 1000-2 смотрят. Да нихера себе. Срочно познакомьтесь с меня с Алексеем. Алексей. Подожди, а ты спросил у него, видел ли он меня? Так, тут мимо. Как так получилось, что ты знаешь, что он меня видел? Так, мимо. Хера тут. Надеюсь, это сработает. Хера. Затейливый какой. Эта женщина собирается отсюда линять? Блять, нет, походу. Почему она здесь стоит? Имеет смысл попробовать? Не поможет? Ты убьешь ее? Нет, не убьешь. Где, блядь? Куда? Беги, Форест. Беги быстрее, блядь, беги. Открывай. А, наконец-то. Наконец-то. Маска сохранение. Боже, блядь, какая напряженная игра. Нет, хорошо, Резик был 7-й напряженнее. Вот честно. И момент в Left 4 Dead, когда ты проходишь мимо ведьмы, еще напряженнее, нежели тут вся игра. Вот прям вот вся напряженность в одном моменте этой игры. Ой, да что ты мне врешь? Так. Благодаря успешному ходу вербовки мы приближаемся к целевым показателям по сбору данных. Каждый гражданин Юниона добавляет к хранилищу Steam 100 эскобайт, увеличивая способность системы обрабатывать данные. Для активации беспроводной Steam необходимо 2 миллиона экстрабайт. Учитывая темпы роста, мы достигнем этого показателя за несколько месяцев. С появлением беспроводной Steam отпадает нужда в дорогостоящих капсулах STEM и приблизится наша цель. Вторая фаза – тотальное внедрение системы STEM для всего населения. Церебральные чипы, защитят сотрудников Мебиуса от сигнала второй фазы, который беспроводные излучатели STEM распространяют по всем уголкам планеты. Вот сама читала, ни хрена не поняла. Че ты мне лечишь? Вот прям вот ты мне так залечиваешь. Красиво мне еще лапшу на уши. Никто так не вешал. Но спасибо. О! Это я удачно зашла. Так. Слава богу, мы продвинулись уже по сюжету. Сколько я играю? Его даже... Дениску заметил и подмигнул Лёша в классном косплее, пришел в плаще. ПУБГ, красавчики. Ты понимаешь, что я сейчас читаю, я просто в шоке. Чего? Подмигнул Лёша в классном косплее, пришел в плаще. А, в плаще, папл. Папл. Ну, ПАБГ. 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 Красавчик. Понятно. В принципе, тут можно и так пройти, я думаю. Или нет? Я думал, тут дверь. Сейчас мы провалимся вниз, я тебе отвечаю. Не может быть все так беспечно. Блин. В плаще. Я просто в плаще, правда, никого не видел. Это вот серьезно. А ты, подожди, ты там был? На Игромире.
Ты просто стрим смотрел, да? Не-не-не, здесь полутаться можно. Блять, эти луты, они никогда до добра не доводят, поверьте мне. Максимально. Кому-то пора использовать дробаш. Ох, ёперный театр. Если нам дают дробаш, болт, значит, впереди кто-то реально опасный. Это что за хрень? Подожди-ка, подожди-ка. Я не понимаю, что это значит. Я больше просто проходов не видела. Это же значит, что мы в тупике. Нет? По-моему, да. По-моему, мы в тупике. И почему я зашла в тупик? А, нет, блин, что-то я просто дверь, что ли, не открыла? А, ну прикольно, надо будет на Лёшку взглянуть. И обязательно Лёшку в друзья добавить. Ну как так? Как так? Джи-джи-джи. Я могу. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в батарее. Алло, меня слышно? Это Воткинс. Воткинс, что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. У нас тут безопасно. Иди сюда. Я не могу. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в БТРе оставил. Пришлите кого-нибудь из группы с противогазом для меня. Прости. Мы не можем рисковать. Мы ради тебя. Да что вы сдохли все? Окей, я обязательно посмотрю. Обязательно. Эти видосики. А чат сохраняется, да, на Твиче? Или нет? Ну ладно, я в хардплей еще зайду и посмотрю. Что это за мразь пробежала? А здесь уже можно стрелять, да? Ага, понятно. Стоп, непонятно. А, нельзя выпить. То есть изнутри даже нельзя выпить. Спасибо, Серёга, хотел я сказать. Я обязательно посмотрю. Что тут? Ёпта мать, что тут происходит? Неважно. Двигаемся дальше. Сейчас, блядь, вот. Вы чё? Больные, что ли? Зачем так делать? Зачем так надо делать? Сыкотно. Тебе сыкотно? Мне сыкотно. Вам сыкотно? Нам сыкотно. Ой, как сыкотно. Я думала, это значок что-то активировать. Ой, сыкотно. Это можно двигать? Мне кажется, он заблокирует этим дверь. О, мы дошли? Да, мы дошли. Вот. Ура! Поздравляю, сохранение. Поздравляю вас. Ура! Мы дошли. Так. Есть! Я так счастлива, так рада. У меня есть ты, мое сохранение. Я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо, говорю тебе. Ладно. Хорошо. Будем серьезнее. Я уже сколько-то стримлю. Не знаю, сколько я стримлю. Я стримлю уже. 2 часа где-то, да? Это ж огонь. Ой, мы уже здесь? То есть мне еще надо как-то выйти. Да-да-да, сохранение. Слушайте, я, наверное, закончу это дело на сегодня. Потому что хотелось бы передохнуть. Вот, честно говоря, трансляция на Твиче, вот для меня, она, наверное, никак не отличается от трансляции Ютуба в плане, наверное, подписчиков, потому что
все так же по просмотрам, по зрителям и так далее. То есть, единственное, может, удержание какое-то больше здесь, потому что, ну, это все-таки Twitch в этом плане. Но не знаю, вернусь ли я еще сюда. Думаю, еще на Good Game попробовать постримить и запустить трансляцию когда-нибудь сразу на двух серверах. Вот это будет прям пау-пау-пау-пау. Ну, и еще, наверное, донатики открою. Но мне эта тема, на самом деле, ну, вы сами понимаете, мне донаты не нужны. Вот. Хотя, я вообще не знаю, зрителям нужны донаты? Вот любят ли донатить? Вот прям вот жажда у кого-то есть задонатить кому-то. Потому что, ну, как бы я не открываю донаты только по причине того, что мне, в принципе, эти деньги особо не нужны. Вот в плане того, что я не зарабатываю в Ютубе на жизнь. Вот, поэтому... Ой, спасибо. Я посмотрю. Спасибо большое, Сереж. Ладно, ребятки. Что я вам хочу сказать? Мы здесь, я думаю, остановимся. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем... До следующего видео. Всем пока. Только в октябре в Литуаль скидка минус 40% на все любимые ароматы.